шампанське повинен приїхати на річницю весілля наших молодих. Стартова ціна 200 гривень, хто дає за шампанське? 500 гривень раз. 1000 гривень. 500 гривень. 1000 гривень раз. 1200. 1500 раз. 2000 раз. 4000. 4000 раз. 5000 раз. Хто дає? А ну. 5500 раз. 5500. Два. Скажіть, будь ласка, ви всі весілля відвідали, які придбали шампанське? Я взагалі, я всім отношусь ко всім уваженням, второе. Я просто коллекционирую и жду всегда, чтобы молодая пара, девушка, жених, чтобы следующий год приехали ко мне, отпили шампанское. Честно говоря, еще никто не приезжал. Хотя все обещают. Это когда рассчитываются, ну вау. А потом забывают тратить деньги и забыли. Благодаря им у меня все шампанское до сих пор сохранилось. Сто гривен дальше. Так, подожди. Так, 600 получается. Нет. 600 ты забираешь, 500 туда. Да, 5500. Считайте. Саша! Где Саша? Смотри, когда у меня девочки выйдут замуж, чтобы эти деньги ты вернул назад. Сколько тут? 5500 и 6. Можно я сейчас верну? А вдруг ты меня не пригласишь? Знаете, это все в жизни дом дал, дом забрал. Ты меня пригласил, я обязан тебе пригласить. Еще одна бутылка, правильно? Да. Вперед. Потом пообщаемся. Все есть. Ну, а следующая бутылка шампанское. 1000 гривень, 2. 5500! На річницю приїхати. Це ти вдома встрічати? Я вам думаю, що це для чесності і порядочності. Наприклад, одна бутылка невесты, одна бутылка жениха. Правильно? Ну нельзя же одну купить за 1500, вторую купить за 3, образно говоря, да? Потому что должно быть это самое. Хотя, зная Шевчука Саши, сейчас он влезет. Я надеюсь, что мне совесть позволит не против... ну пускай попробуем. Итак, 5500. Раз. 5500. Два. Нам еще дату. 5500. Три продано весілля шампанське. А, у вас там не хватає 400 гривень.